каменные животные и библейские мотивы. В художественном музее в Чебоксарах проходит выставка ульяновских художников Николая Антонова и Анатолия Кузьмина под названием «Родом из Византии». Работы Николая Антонова рассказывают о прошлом, настоящем и будущем. Как говорит сам автор своей выставки, он представил образ родины-матери-преемницы Византии. Духовность, эмоциональность и глубокая философия. Свыше 50 полотен художника отличаются своеобразной цветовой палитрой и стилизацией под русскую иконопись. Зрители на этой выставке могут увидеть именно двухмерную живопись, плоскостную, выстроенную по средневековым образцам, по золотому сечению. Меньше к большему, как больше к общему. В руках скульптора твердые породы, симберцит, сингелит и гагат приобретают гибкость и пластичность, а резкие углы минералов преображаются в плавные линии. Анатолий Кузьмин много лет занимается резьбой по дереву, а последние 7 лет увлекся работой с камнем. За это время в коллекции автора поселились медведи, хамелеоны, ежи и бегемоты. Все зависит от камня, от самого камня. То есть двух одинаковых камней в природе вообще не существует. Вот каждый камень как бы индивидуален. Ну, сам за себя говорит, что он хочет в себе увидеть. Если получился там динозавр какой-то, ну, в нем сразу видно в этом камне, скажем, динозавра. На выставке представлено свыше 20 скульптур. Среди них есть и абстрактные произведения. Увидеть экспозицию можно до 27 марта. Екатерина Куприна, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика.